Так, ну что, продолжаем. Погнали за Галакронта. За Галакронта. Рафаам и Галакронт. Меня не сломить. Так. Меня. Что у нас тут? Не остановить. Три маны будет, да? Я сделаю то, что не удалось другим. Я, Рафаам, одолею тебя. Ладно, это оставим. Дядьку. Здравствуй, Галакронт. И прощай. Ты сыграл свою роль, Эшириал. Так. Семь ботов. Но опять же, смысла ботов нету ставить, потому что он убьет их. Класс. Дело сделано. Бесполезно сокровище. Хотя с другой стороны надо было ставить, потому что иначе бы он бы там ничего не поставил. Рафаам должен уничтожить тебя. Он бы тогда ничего не поставил. Блин, дракона-то у нас нету. Можно 7 урона, пожалуйста? Ну ладно, давай только не 1-2. Так над всеми существами. Я думал, на одним только. Это над всеми надо. Офигеть, это весь стол можно. Ё-моё, так это же классно. Не видать победы. Вау. Прикольно. Я начало начал. Я перводракон. Ты ничто. Так, Аникси. Рафа! Аниксия. Так, ставить это бесполезно. Серьезно. Давай ставим ботов. Хотя бы он 3 маны потратит на... И плюс еще урон получит лицо. Когда ты обилку стоишь за это. Надо ботов, да, ставить еще раз. Надо было. А, лицо мое не может открывать. О, Галакронт, я рыдаю. Так, можно мне... Точнее, рыдал бы, контроль. Если бы мог вырабатывать слезы. Так, подожди, нас сейчас туда одну убить. Если нам выпадет контроль, то хотя бы это... А, погоди, блин. Вот так тогда сделаем. На, было так. Естественно, в лицо ударил. Отлично. Блин, сейчас бы кстати этот, да? Кайсон. Блин, а контроль над столом, короче. Вот рискованно, сейчас вот я сразу убью пустым столом. Выпадет какие-нибудь легендарки. А у меня ничего делать, ставить, ну как бы заменять ничего легендарками. А если бы контроль над столом, это идеально было бы. Так. У меня много полезного. Могу поделиться. Блин. Не серьезно. Ну ладно. Плохое замышление. Я тоже. Блин, я не... В смысле, почему я это сделал? Ладно. Прикоснись к мне.
лор какой-то, рыбомет. Блин, один хп у него останется себе. Один хп. Блин, по идее надо ставить вот этого чувака. Блин. Так, ладно. Люблю налёты. Делаем так. Делаем так. Ну давай, 20 урона. Отлично. Держи два раза хоть в лицо. У меня дракон есть по-любому. Стрела нанесёт. Это нормально, пустой стол как раз. Там три урона, да, наносится? Отлично. Все как надо. Так, боты, блин, ну понятно. То есть даже если он убьет их, то очень, очень много урона получится. Прихвостни у нас нету. Люблю налеты. Блин. Да, это ладно. Только не говорит, что опять тика. А-а-а. Подожди, а почему это именно? Две его копии. Блин, офигеть. Это же жестко. Следующий ход лучше поставим. У нас большая текучка кадров. Большая текучка кадров. Блин. Я по обоим поднимаю. Еще за выезд отбилки, нет? А, вот так вот. На самом деле он обоих сейчас этих убьет, если что. Блин, прихвостней нету ни одного. Кого мне уничтожать? Вот это вот. Воспитает меня. Так, ладно, сокровища пусть будут. Сделано. Бомба? Какая-то там бомба замешалась. Помню, как я это украл. Уничтожать всех существ в начале вашего следующего хода, уничтожить снова. Потом... Ага, ага. Понял. Все сдохли. Тут легко убиваются они, да. Мои-то. Так, прихвости. Прихвости. Блин, надо под контроль еще взять. Или зачистить. Я смогу зачистить. Заполнять вот что. Ну да, вот так вот сделаем. Блин. Ну, кстати, карты скоро кончаются. Нам просто надо продержаться вот и все. Так. Опа, это что такое еще? Кладете руку прихвостня. Так, три. Привет!
пусть будет дымак. Так, дракон. На крыльях зла. Так, 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 всем прочим. Сила из пустоты. Опа, это что такое? Убейте карту в конце вашего хода, вы их сбрасываете. Случайное существо. Случайное существо. Блин, ну как бы... Возродить... А им пофиг, то что его дымажит проклятие, вообще пофиг. Так, ваше что получает 2-2, призывает 2 его копии. Блин, ну тут копия это пофиг вообще, потому что он обилкой свою бьет. Я проводитель первый. Единственный. Призвать его копии. Какую копию? Так. Заменять легендарными существами. А, карты вашей руки. Уничтожать. Отправляйся в бездну. Вот так. Так, это нам не надо. Яд. Ваш герой неуязвим. Блин. На самом деле это хорошо. Хаос? Уничтожить! Так, 4. Призывайте драконов! Копировал дракона. Тебе так, не это хорошо, что молоко убил. Есть яд. Прикол. Две его копии, да? Уничтожить! Так, ботов. Вот это-то возьмем. Взывать игрок команду. Так, блин, не получается, да? На следующий ход из тока. Блин, никак не сделать за один ход и это, не-не-не. Две его копии. Друзья, копия легендарку сохранить. Копия, ну проверим. Интересно. Отдай! Йоксаро. Нежная плоть для владыки драконов. Нежная плоть для владыки драконов. Умерло. Нормально. Уничтожить! Страдайте!
Так. Встаньте! Канопы. Ну его скорее всего. А нет, не хватит ему. Прикольно. Мне кажется, тоже не смогу скопировать его. Уничтожить! Сочная плоть! Только сегодня страшная сказка. А по два будет? Да, по два, офигеть. То есть, подожди, ну по, так не получится по два. По два. Баку. Вот это есть победа. Хватит маны. Забавно. Селестия. Сочная плоть. Познай мощь кабала. Так. Снесу. Ох, это ядом у меня. Считайте это актом милосердия. Ох, не бывает. Бесконечный. Легендарки. Так, это изи победа. А, это финальный босс был, Галкрон, да? Да. Зоенька, который карту начинает книжку рандомную, да? Блочит на один ход. И нельзя разыграть. И вот тот самый Эрк. На прихвостнях, короче. Общая легендарка. Когда сядет пепел, выжившие будут трястись от ужаса, заслышав имя Рафаам. Да. А затем Рафаам. Злодей всех времен и народов растворился во мраке. Да, я сам рассказываю свою историю. Я Рафаам! Так. А, ну дальше вот это, да. Чтобы оживить Галакронда, нужно время! Задержите их! Подпалите небеса! Ну? Так, давайте теперь